10 копеек 42 года. Это уже более интересный экземпляр, потому что, скажем так, нечастая монета. Такая вот в хорошем, в принципе, сохране. И по цифрам ее тоже проверяли. Вот такой аверс-реверс у монеты. Гурт. Такая монетка у меня стоит 2500 гривен по нашему курсу сегодняшнему на Украине. Это $100. Монетка, в принципе, хорошая. Предыдущую монету я продал за 2000 гривен. И еще одна у меня была, та ушла тоже за 2500, тоже в хорошем состоянии. Вот такая вот монетка, которую вы можете приобрести для коллекции, друзья.